Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Задание дня, ранний доступ, давай посмотрим. Со стратегической колодой профессора мозговая атака, форсаж, у вас будет масса зомби для создания огромных франкентюа. А еще мы позаимствуем самозванство у хитрых. Интересное задание. Ой-ой-ой, против колпака? Против колпака вы хотите, чтобы я профессора мозговой... А. Так, а что я тут могу сделать? Ну, давай вот так попробуем. Поехали. Опа, все растения получают плюс 2. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаешь, что нам надо сделать? Нам надо, наверное, вот этого бомбануть. Поехали. Ага, пошла прокачка. Замечательно. На тебе. Блин, мне вот это вот не нравится. Что дальше делаем? Наверное, сделать вот так вот надо. Угу. Да ты запарил, а? Ты смотри, что утворяет. Ладно. Прокачивает, да? Я смотрю, он прокачивает своих голодранцев потихонечку. А если я вот так вот сделаю? А? Шикарно. Молния есть, это уже, ребят, хорошо. Так, тихо, клубничка. Ты тут не выпендривайся мне, пожалуйста. Вот так вот. Единственное, что вот этот получит, конечно, трешечку. Блин. Почему я так и думал, что у него будет колпак, а? Вот плешивый, а. Так, ребят, уже на самом деле не до шуток. Давай-ка думать уже хорошо, что нам тут можно сделать. Можно сделать вот так. Подожди. Давай вот так вот. Я просто хочу посмотреть, что он сейчас предпримет. Ух. Грубо говоря, нам повезло. Пока. Так, поехали. Этому минус. У нас эти ребятушки прокачиваются, и это самое главное. На тебе. 12, 16, 6, 12, 6. Ну это же круто, ребят. Это же очень круто. Ну а что если я сделаю, например, вот так? И вот так. Угу. А вот это вот видел? Блин. Ай-яй-яй. Ну что, ребят, придется туда здесь убирать. Так, 8 хп мы ему оставляем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай я, наверное, сделаю вот так и вот так. Мне просто хочется посмотреть, что он сейчас предпримет. Так, у меня бонусная атака есть, парень. А, блин, какая бонусная атака? Нет у меня, ребят, ничего. Я вот так, наверное, сделаю. Поехали. Поехали, поехали. Интересно, кого он сейчас будет тут выставлять. Если он сейчас никого не поставит, ребята, я бонусной атакой просто выношу его полностью. Ты оборзел, что ли? Совсем в корень, а?
Ну давай. Можно было в лицо, конечно, ему зарядить. Но сделаем вот так вот. Так, еще одна бонусная атака нам выпадает. И сделаю я, наверное, еще вот так вот. Поехали. Сейчас он будет еще доборы делать. И мои ребятушки, как говорится, ему еще навтыкают. Так. Так, плюс добор. Еще давай. Хлоп. Хлоп. Хлоп, хлоп. А вот так вот, как тебе? Ну, что ты там заелозил сразу же, а? Опа, только не говоришь, что у тебя... Блин, я так и думал, ребят. Ох, сейчас навтыкает-то, а. Так, ну что, бомбим? Бомбим, ребята, бомбим. Да, в принципе, ему все, ему хана. Так вот, поставим. Все, он тут сфейлился по полной программе. Не потянул, не справился грибочек. Но если бы он играл бы, ребята, на грибах, а не на ягодах, пукан бы у меня горел бы здесь по полной программе, уж поверь мне. Так. Ух ты, нанесите 20 единиц урона профессорам мозговым. Мозговая атака. О, друзья мои, что мы с вами имеем? А имеем мы с вами 1000 алмазов. А это что говорит? Что мы с тобой сегодня покупаем пак. И вот у Рэя опять начинается вот эта головная боль. Что же мне приобрести? Какой именно пак? Вот этот вот хороший, да? Этот вот хороший, а этот... Блин, и этот как бы хороший. Мне бы вот молекулярочку бы не помешало бы достать. И вот этих вот танцоров. Было бы шикарно. Остальные, в принципе, у меня есть все. Но вот этого бы не помешало, второго бы получить. Так, здесь, например, что у нас? Гондола. Ну, такое себе, ребят, такое. Такое. Вот кукуруза, да, кукуруза хороша. Так, а здесь... Блин. А вот здесь вот этот вот, ребят, хорош. Страус картофельный. Я даже вот... Я даже не знаю, ребят. Ух, ё-моё, а тут вообще... Давай попробуем вот это. Тут, блин, шанс. Кстати, мне в паке за 100 самоцветов выпал вот этот вот. И бегун, который этот... Бежит-то. Бесёнок на коне. Ну что, давай возьмем тогда этот пак. Посмотрим, ребят, что нам выпадет. В прошлый раз ни одной легендочки даже не понюхал легендочку. Давай посмотрим, что сейчас будет. Так, ну ничего тут такого суперского нету. Вообще ничего такого оригинального не выпадает. Ну, этих карт у меня практически все по 4 штуки, ребята. Так, редкие. Блин. Ну, такой себе. Мега редкие. У крокодильчика это хорошо, ребят. Это не особо, это нормально. Пойдет. Легендарка есть? Есть, ребята, есть. Что за легендарка? Вау. Слушай, ребята, это второй, который мне выпадает. Слушай, если у меня будет еще два, то я смогу уже сделать колоду. Вот на них. За профессором мозговая атака. Очень неплохо. Что тут для нас? Для нас пишут. Угу, для нас. Ой. Что, я куда нажал? Зачем я сюда нажал? Это же, блин, донат. Что, и зависло, да? Ауч. Ну, блин, ребята, зависло. А, нет, все, прогрузилось. Что они тут хотят показать? Ну, да, конечно, вот это было бы прикольно все получить. Но не для меня. Так, давай мы разберем, наверное, с тобой одинаковые карты. Итого у нас 71. Утилизировать. 1650, ребята, энергии я получил. И вообще, сколько мне энергии? Кстати, вот крокодильчик.
Второй. 2600. Что-то как-то мало. Вот он, ребята, видите, новенький. Вот этот вот. И за зомби выпал. Вот он, вот этот вот. Из новеньких. Ну а так смотри, вот кто прибался у нас по новеньким. Кстати, скоро можно будет делать колоду на животных, потому что практически уже 4 штуки имеем, да? Эти два пугала здесь. Ну что, давай дальше проходить ежедневки. Смотрим, что у нас там дальше. Так, разыграйте 3 баба и нанесите 20 единиц урона героям заразительной сальцей. Оу, за сальцу 1000 лет не играл. Ну что ж, давай попробуем. Давай попробуем. Это у нас за зомби. Заразительная сальца. Ты где у меня? Вот она. Насколько я помню, у меня там... Подожди, а разве не на танцорах я брал колоду? Так, подожди. Давай попробуем, наверное, вот здесь вот сыграть. За это вот. Заразительная сальца номер 2. Не получится, будем за заразительную сальцу номер 1 играть. Так, и разыграть 3 баба. 3 баба мы можем разыграть, в принципе, играя за ночной колпак. В легкую, да? Вот на танцорах мне как раз не хватает вот этих вот танцоров, которые прячутся в надгробии и умножают на 3 урон. Они бы здесь вообще бы зашли бы на ура. А так у нас вспышка на солнце выползает. Что-то ландшафтов дофигища. Дофигища ландшафтов. Ну давай так сделаем. Посмотрим. Вспышка на солнце обычно на грибах, либо на хилах играет, либо на ягодах. Вот у нее еще фишка в последнее время идет ягодная. Так, ну что если я так сделаю, например. Сейчас посмотрим. В лицо. Поехали. Пиу. Так, замечательно. Шу-шу-шу. Попробуем так сделать. Неплох. Ландшафтик, я тебе скажу. Неплох. Так, вот, да, значит, ты сделаешь. Значит, ты делаешь вот так. Я, кажется, понял, ребята. В чем тут прикол? На что он метит? На что он метит? Завязывай давай тут. Вырубать мне, дурачка-то. На хилах, короче, хочет, ребята, отыграться. На хилах. Тупанул, да? Согласись, ребята, тупанул, по-моему, по-черному. Ладно, фиг с ним. Посмотрим сейчас, что он будет делать. Опа. А мы вот так вот. Оп. Хоп, стоп, Рина, стоп, да? Срабатывает защита. Так, теперь вот этого, блин, ну, ребят, если я его выставлю... Черт узнает, как тут сделать-то лучше. Ну, давай так вот. Берет добора, да? Че он там? Нет, парень, давай вот без вот этого своего идиотизма.
Так, заклинашку же он будет применять, надеюсь. Давай, чтобы мы вот этот... Смотри, что творит, а? Ты смотри, что, блин, гаденыш делает. Ну, вшивый, а. Так, поехали тогда, сделаем так. Угу. Хилочку, ребята, захотелось ему взять, понимаешь? Ему захотелось взять хилочку. Что он сейчас сделает? Ага. Ага, все, я понял. Ой, ребят, надеюсь. Надеюсь, что-нибудь путевое выпадет. Пока ничего путевого не упадает. О! О, ребятушки, тут все зависит от того, что мы получим. Ага, вот так вот. Ну, эту мы разберем ягоду. Тю-тю-тю. Сколько? 3 единицы, да, наносит? Нафиг я так сделал? Ёпрасоты, Рэй, ну ты... Давай так вот поставим. Так, 3, 3, 6. Но этого мы уничтожим, я думаю, да? Поехали. Жить. Что там у него? Что там у тебя осталось? А, все зомби на земле получают. Ну и ладно, хорошо. Мы урон нанесем же, главное? Нанесем. Так, у него, ребята... А, у меня тоже защиты нету. Ладно, его мы уберем. Надеюсь. Такс, поехали. Что-то там вытягиваешь мне. Отлично. Подожди-ка, я, наверное, сделаю вот так. Пока все. Но. Поехали. Ребята, знаете, в чем проблема? Что он меня все равно уделает? Почему? Так, он минус 1 единица урона. А у меня не получится здесь никак сделать. Не получится. Эх, проиграл, короче, ребят. 3 единицы, видишь, 3 урона. Хотя, по большому счету, можно было бы сюда... Ну, если бы я сюда поставил, он бы не стал бы, наверняка, ребята, выставлять бы. Совсем чуть-чуть не хватило бы. Вот одну единичку урона. Я, знаешь, что тупанул? Я тупанул с черникой. Нафига я ее бомбил, когда можно было ее просто уничтожить? Ну, тупанул. Сам виноват в этом. Так, разыграйте 3 баба. Пойдем. 3 баба у нас, ну, в принципе, можно за колпак. У него, по-моему, бобовых этих... Хоть одним местом жуй.
Так что три баба разыграть можно. Опять же, зависит, кого он сейчас поставит. Если, например, ржавый разряд, то это уже опасность. Если разгром, это опять опасность. Смотрим. Это ржавый разряд. Твою налево, блин. Ай-яй-яй, да еще, наверное, у нас противный клуб сейчас защитничек будет, не? Не будет. Конечно, ребята, надо ставить ландшафт. Вот что у него там? Как ты думаешь? Я, в принципе, наверное, догадываюсь, ребята, что у него там стоит. Валун, наверное, или еще что-нибудь в этом роде. Давай проверим. Или понижение атаки до ноля. Не, валун у него есть. Но валун, ребята, потратил. Это хорошо. Валун потратил, это хорошо. Так, он ничего не стал делать, да? Интересно, у него есть флакончик, а? Как ты думаешь? Ну, я так вот сделаю. Просто для проверочки, ребята. Если есть валун, он его, естественно, потратит. Хм. А с другой стороны, он мне сделал одолжение. Кто там у тебя? Ага, понял. Плюс 5. Защита. Ай, никакой защиты, ребята. Ну, понятно, что он тут добор делает. Так. Спортивная колода у тебя, что ли, парень, получается, да? Тебе получается спортивная колода. Давай кого-нибудь уберем через ураганчик. О-хо-хо-хо-хо. Так, выпадает мне кукуруза. Все, он сдался. Он сдался, друзья, он сдался. Ну, гриб такой коварный, ребят. Коварный против него, конечно. Ух, драться сложно. Причем, обычно у тебя есть такие, да, куча легендарных карт, но они когда? На 6-7 ход выпадает, а ты за это время уже наносишь ему столько урона, что у него остается к тому времени 5-6 единиц здоровья. И ты его разносишь. Но если у него был бы флакон, который уничтожает всех до двух, по-моему, то, ребят, конечно, тут кранты были. Были бы мне кранты. Ну, а так все, ребят. Все, что хотел, ежедневки сделали. Паки вскрыли. В общем, я доволен, как удав. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.